Соединенных Штатов. Господин председатель, данный текст был обманной попыткой добиться того, чтобы Совет Безопасности ратифицировал то, что Россия и режим делают в Алеппо, поскольку они будут утверждать, что все разрушение, которое они чинят, направлено против террористов, а не гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, по которой они наносят явные удары. Но не стану на этом подробно останавливаться. Россия хотела, чтобы было больше разговоров, а тем временем они попытаются жестокой силой город захватить. Мы же хотим меньше слов и больше действий для того, чтобы они прекратили эту бойню.